Часть туристического маршрута Первоуральское – историческое место и просто уникальный двор. Эко-волонтеры вновь вышли на субботник в скверу у Старой Ротонды на улице Трубников. В каком состоянии место встретило активистов и как прошла уборка, расскажем в сюжете. Ренат, Вова, Арина, Люда, вы на Ротонде. Женя, Дима, мы с вами убираем территорию. Обязанности распределены, задача ясна. Работы у волонтеров сегодня немало, несмотря на то, что уборку здесь проводят уже 5-й год подряд. Владимир Морозкин, один из тех, кто на субботнике в сквере у Ротонды на Трубников, был не один раз. Каждый год, убирая мусор и возвращаясь сюда, наблюдаем всю ту же картину. Огромное количество стекла, которого нужно убрать. Также это бытовой мусор. Я в этом городе живу, я хочу видеть его красивым, чистым. Нам здесь жить и нашим детям. В прошлом веке сквер был одной из достопримечательностей этого района Первоуральска, но с годами оказался заброшен. В 2018 году активисты общественного движения «Город первых» пришли сюда на уборку впервые. Благодаря поддержке Первоуральского новотрубного завода ТМК, который поощряет инициативы горожан, позитивно влияющие на экологию города. За несколько лет волонтеры посадили здесь березы, освежили игровую площадку и собрали тонны строительного и бытового мусора. А еще очистили место от зарослей репейника. То есть постепенно территория преображается. Но я хочу сказать, что не только силами города первых, но и также неравнодушных жителей близлежащих домов в этом году, ну прям любо-дорого посмотреть, потому что действительно все превращается в открытую солнечную поляну. Тут вот такая была вазочка, у меня вот даже есть фотография, я там маленькая сижу в ней, вот отремонтировать бы его. Было бы хорошо очень. Видеть исторический сквер, который был построен в конце 40-х годов пленными немцами, не только чистым, но и красивым, хотят и местные жители. Даже делятся идеями благоустройства. Небольшой парк, что-то типа такого, как вот делали в Корабельной роще, допустим. Сейчас на Хромтике делают. Здесь бы небольшой, тоже неплохо. Чистота, порядок, по-моему, всегда важен. Приятно же самому. Итог субботника – почти 30 мешков мусора, сухостой и покрышки. Волонтеры города первых надеются, что при следующем визите в сквер мусора здесь окажется меньше. Виталий Мотин, Денис Храмцов, новости Первоуральск.